Дорогие милые женщины, поздравляю вас с Международным женским днем, желаю вам счастья, здоровья, удачи и желаю, чтобы вы всегда источали из себя нежную женственность, чтобы она носила характер духовный. Именно эта энергия, она балансирует, гармонизирует и меняет окружающее пространство. Эта энергия, она воздействует правильным образом на ваших детей, на их развитие, воспитание и, конечно, на ваших мужчин, и не просто на ваших, но и на окружающих мужчин. Я предлагаю сейчас сделать несколько дыхательных упражнений с молитвой, потому что в наше непростое время, когда очень много раздоров между людьми, в первую очередь нам нужно успокоиться. Это дыхание с молитвой подходит и детям, и мужчинам, и в первую очередь для вас, женщины, потому что вот эта ваша женственность, она должна сопровождаться и духовным началом. Вдох и выдох производится верхней частью легких. Вдох на 5-7 секунд и выдох 5-7 секунд. На вдохе мы произносим «Господи Иисусе Христе», на выдохе «Помилуй меня». Мы стараемся концентрироваться на животе, так как это центр силы. И концентрируясь на животе, мы успокаиваемся, все сердечные, эмоциональные вещи, ментальные, надуманные, мы все это опускаем в живот. И давайте сейчас несколько раз произнесем эту молитву и постараемся, чтобы она или просто нами вспоминалась, или чтобы она стала непрестанной. На вдохе «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий», на выдохе «Помилуй меня» и опускаем живот. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Если нас 100 человек, или 1000, или 100 тысяч единовременно будет произносить эту молитву, то мы будем менять наше пространство. В первую очередь мы сами почувствуем успокоение, и мы почувствуем Бога в нашем сердце. И мы эту энергию духовности, женственности, гармонии мы будем распространять на все окружающее пространство. Спасибо.